Ну что ж, всем привет, с вами снова я, за Боевитер, мы сейчас играем Quiet Place, как ни странно, я дошел до этого момента. Охренеть, да? Скажите, как? Да по-тихому, по-тихому, чисто по-тихому дошел, блин. Я так, слушай, посмотрел в других, кто играл в нее, и, в общем, да, геймплея здесь не особо много. Да, и в принципе почитал в Стиме отзывы. В общем, да, растянули игру, короче, как могли. По идее. Потому что кроме вот этого момента, что у нас только что был, ну, кто смотрел вторую часть, кроме момента с досками и прочим, прочим, здесь в игре практически больше ничего нету. И тоже, что дойди с одной локации, с точки А в точку Б, с точки Б в точку А и так далее. Больше у нас ничего нету. День первый. Everyone gets overwhelmed sometimes. You good to head back? Sure. Да, конечно, пошли. Говорят, оптимизация хорошая. Блять, естественно. Смотри, какие здесь текстуры. Какая здесь может быть еще оптимизация? Ведь странно, вот я же говорю, странно, что есть какой-то фриз при повороте, там, камера или что. Вот это, допустим. Не знаю. Это очень странно. Откуда он? Что это вызывает? Я не понимаю пока что. Не знаю, я пока что для себя не понял, зачем я ее буду проходить. Может, вообще не буду. Ну как-то достаточно странная игра. Почему? Нужно этот прицел убрать. Хотя, может быть, он как-то нам еще послужит. Ну, как будто бы он лишний здесь. Single. Thanks, Robert. I live to serve. And don't you forget it. Never mind. How you doing, Dad? Good birthday so far? Dad? Hmm? Fine, sweetheart. I'm fine. Are you all right? You look pale. Oh, yeah. I just, Alex, you mind grabbing the beer? Not at all. Так, ну конечно, кто бы еще пошел по пиву? Сука. Желтая зона выделена, чтобы пиво поставить. Как это странно.
Как это странно. Опа. А что здесь можно найти? Ну слушай, второстепенные сцены очень херово сделаны. Ну, то есть такое ощущение, будто это какой-то эмулятор. Ну, есть такое, там, типа, графика в некоторых видел такая же. Ну, то есть это сделано отъебись. Вот эта сцена. Да, блядь, ну ставься ты, что ли. Поместить, да. Да ровнее поставишь, чтобы зону не видно было вот эту. Там нужно было поставить. Их можно, кстати, выключить, но все равно, типа, ладно, пускай будет. Hey. Hi. I just wanted to say, I know. I'm really sorry. I didn't know that you'd... It's okay, really. I just... I thought you'd laugh. You know, on the plus side, you get to brag to all your friends at school. I do? Yeah. You can tell them that you finally took a girl's breath away. Wow. I hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? On it. Wanna help me look? Sure. Да, мы сейчас поищем, мы сейчас поищем. Мы сейчас много чего найдем. О, это что такое? Broken Chains, Voltage Vortex, wow. Phoenix Down. Кстати, музыка... Включена Broken Chains, а здесь почему-то Scarlet Horizon. Phoenix Down. Что за корабль? Ой, коллекционный предмет. Всего кредит или кредитов или чего-то там 20, 200, 300, короче, неважно. Your dad's got quite the jazz collection. Oh, no, those are my mom's. Really? Laura's never struck me as the jazz type. Yeah, she says, I like to choose when chaos enters my life. Ну и где эта открывашка, ё-моё? Вот открывашка лежит. Shit. I can't believe you had this. It's my mom's. Do you have any idea how rare this is? You think I'd like it? If you like my music, you'll love theirs. They're like my biggest inspiration. Can I hear it? Will Laura mind if we play it? I meant your music. What? Come on. It's been a long time since I've heard you sing. You mean now or why not? I mean I just wasn't planning on it, and I haven't warmed up, or... Oh, screw it. All is quiet, all is calm, though the storm isn't gone. See the sun, catch my breath, oh, I know what comes next. For just a moment, I feel warm. In the eye of the storm.
snacks. Anyway, if you liked that, you're gonna love their stuff. It's so cool that you have it on vinyl. I want to show you something. Come on, Slowpoke, upstairs. Да, чел хорошо пошутил. Will you slow down? Do you want to give me another asthma attack? Hey, I'm always down to take your breath away. А мы же всю игру плетемся. Хорошая шутка, кстати. Мы всю игру передвигаемся медляком, жестким прям. Это не из-за того, что у нее астма, блин. Ну? Чел, ну как бы... А, мне типа передвинуть что-то нужно? Нифига себе ты, конечно, придумал хорошо. Да, как же это заебало открывание. Нету здесь ничего. Пописать может? Зеркало нерабочее. Возможно, нужно включить типа этот. Карта X. Блин, чел, это ж твоя квартира или чья? Или моя? Ой, дом точнее. Я... Так. А что нам нужно найти? Сейчас еще один самолет. 50 кр. Еще какие-то, блин, записки. Можно побегать, поискать что-то. Не знаю, мне влом. О, нашли. Подвесная лестница. Вообще-то у нее астма. Почему она должна это тащить, я не пойму. Чел, ну ты, конечно, придумал. Вообще реально. Во, сейчас мы поднимемся на чердак, и вот там будет веселье. Well, you know what they say. One man's crap is another man's final collection. Ну, слушай, там ружья есть. Круто. Хоть что-то здесь интересное есть. Whoa. How long have you had these? You like them? They're incredible. Which one's your favorite? Jesus. Huh? Oh, right. Just pretend they don't exist. That's what I do. They're all your mom's? Yep. I know she likes to hunt, but this is... What? A lot. I mean, she doesn't like hunting. She doesn't? She does it for work. I thought she worked in, like, wildlife management. Yeah, which sometimes means population control. Контроль популяции. Все такие добрые, блин, да ты шо, прям популяция. Чем вообще поднимать эту тему? Да, это понятно, что это неправильно, типа, таким способом контролить популяцию животных. Это ж не единственный, наверное, способ, которым можно прибегнуть, к которому можно, да? Вижу все другие способы.
могу дойти до лагеря и попросить помощи. Нет, ты не можешь просто дойти до лагеря и попросить помощи. Ну, если сейчас еще с досками будет, я не знаю, это, блин, будет вообще просто... Убей. Убей, забей. А-а-а, смотри, там... Когда ты три раза... Ну, типа, когда три раза будет красная... Тогда все, типа... О! А что случилось? Почему такая прям неестественная какая-то? Пластиковая какая-то женщина. Реально. Будто с пластилина сделанная. Может быть, текстуры здесь хорошего такого качества, но... Ну, смотрится оно очень... Некоторые объекты убого. Реально. Так, и что мне делать? Получается, в капкан нужно что-то положить. Заложили красными объектами. Почему я с другой стороны не могу обойти? Блин, конечно... Весело, весело. Подожди, а с капканом тоже ничего сделать нельзя, да? А если я пошумлю? А если я пошумлю? А, он же появится сзади, наверное. Ну, естественно, естественно. И в капкан он не попадет, и сзади он появится, вообще минуя все капканы, которые есть в округе. Вообще просто, будто он такой умный. Все капканы прошел, ну, видел, где они все. Сочно. Че, я придираюсь, наверное. Блин, я очень сильно придираюсь. Это очень странно. Ну вот, два капкана. Что он будет? Он же с размером как три, наверное, персонажа, блин. Если не четыре. Спереди капканы, сзади капканы. Как он обошел капканы? Если здесь будет механика с капканами, и то, что он, типа, если попадет в капкан, то он может там немножечко так охренеть, я бы сказал. А нельзя, да, никак поднять их? Я что-то не пойму. Вроде можно было какие-то. Но, походу, не эти. Можно было какие-то, по-моему. А где мне взять предмет? Подожди, может быть... А, вот здесь нужно было про... пролезть. Ну да. Не, ну в общем-то смотрится прикольно. Ну, именно по графике. Но есть моменты, короче. Очень, которые кидаются взгляд, очень сильно к себе привлекают внимание. Допустим, вот этот труп пластиковый, это, конечно, очень убого смотрится. Не настоящее, будто бы. Хотя, там только на руку посмотреть. Конечно, почему бы? Почему бы здесь оптимизации не было? И то, я бы сказал, что здесь не особо такая и оптимизация хорошая. Ну смотри. Опять локация, в которой нам нужно будет сейчас прятаться от этого монстра. От этого монстра.
Наверное, сейчас где-то появится, да? Тебя нельзя убрать? Вроде ж можно было как-то. Ну да. Интересно, кто это все построил за это время? Кто-то ж пытался, наверное, да? Так, а нам нужно внутрь попасть. А мы не попадем. А, там дальше. Кто бы сомневался. Нужно еще дальше. Да что такое? Я только поднялся, блин. Сразу херак второй уровень. Офигеть. Уже и подняться нельзя, блин. Что, мне постоянно ползать или что? Медвежьи капканы можно обезвредить, бросая в них предметы. Капканы шумные, так что будьте осторожны. Хорошо. Буду осторожен. Так этот вроде ж не рабочий. Да достань. Если у тебя в руках бутылка была. Ага. Что это за чертовщина? Лампа сломалась или там кто-то есть? Надо проверить мигающий свет. Ну, ладно. Блин, мне даже открывать ничего не хочется. Лишний шум не делать. She's still here.
really do? The group that was here left a while ago. They were in contact with someone through the radio. They wrote down the frequency, but the antenna's offline. Where is it? There, on the watchtower. Okay, then. No, I'll go. You're injured. You're pregnant. Only one of us is walking like Tiny Tim. But I... Dad, I can't lose you two. Take this. To help with the antenna. What? Now, I just remembered. Laura got me this for my birthday. I found these. I can direct you to the antenna. I can talk, but you need to... Stay quiet. I know. Okay, tap the mic once for yes, twice for no. Got it? Good. Be safe. You too. Так, ну да, следуем, короче. Следуем, куда мы следуем вообще? Где у нас? Вон туда куда-то. Опять доску нужно ставить, да? А, нет, подожди. Следуй указаниям отца, доберись до наблюдательной вышки. Веревочные ловушки. Взаимодействуйте с веревочными ловушками, чтобы беззвучно их обезвредить. Для каждой ловушки потребуется в разном порядке нажимать F или удерживать, или обратите на это внимание. Какая-то херня, честно говоря. Did you do it? Good, Alex. Very good. Go forward. You'll reach a wooden signpost. When you do, go left. А почему он может по рации разговаривать? Я что-то не пойму. Типа это ультразвук или что? Что это такое? Ну он вообще никак не отреагировал, видишь? На какие-то моменты они вообще не реагируют. Будто бы забили болт на это. Зато, когда нужно, типа, создать какой-то момент напряженный, тогда нет, мы на это болт не забиваем. Вот так вот. О, а, это выдра. Ловушку обязательно нужно обезвредить, потому что мы никак не пройдем здесь. Это был не я. Это какие-то дети там гуляли, по лесу бегали. Не вышло обмануть. Так, ладно. Ну, давай до какого-то момента дойдем, может там. Может быть, сюжетного. А лагерь. 119-й день. Окей. Что это? У него был альт, но она любила петь тенором. Чего, блин? Короче, нам сейчас опять нужно, блин. Нужно опять сейчас уваливать от этого мужа монстра. Удерживать, и сейчас F нужно нажать.
Ага. А прикинь, сейчас на меня сагрится. Сам разбил бутылки и на меня бы сагрился. Я бы орал бы просто. Так, Эра, удерживать нужно. Сделали. Страшно, страшно, я боюсь, боюсь. Боюсь, боюсь. Страшно, страшно. Алекс, did you find it? Your mother would be proud. Well, she was always proud of you. So at the next fort, be your right. And the watchtower should be straight ahead. Нахрен ты бутылки пьешь, ты, блин. Басос. Это типа обязательно было? Походу, да. Ты смотри, сам бутылки там бьет. Дурачок. Та-та-та-да-та! Мы дошли наконец-то! А, ну, не так все просто. Не так все просто. Хотя. Ну, если идти, в принципе, по медляку, то можно, я думаю, достаточно быстро добраться до места, которое тебе нужно. Сука, так и думал. Блин, так и думал, что нужно в эту зеленую херь. Но там закрыто, понятное дело. Так вот. Ну да. Не все так просто. Так куда ты лезешь? Нормально. Вообще на все посрать. А, там, кстати, можно сложность поменять. Я, наверное, поменяю, потому что я не знаю, какую я там среднюю выбрал вроде бы. Нужно поменять.
как-то пройти для галочки и все. Дам капкан. Я не могу попасть на башню, пока не включу электричество на складе. Ой, да? Что там было? Вот, ну, вот что это щелкает на полу? Там же ни хрена не было. Там же не было ни хрена. Найти больше ресурсов, существо станет менее чувствительным к вашему шуму и ваш предел ошибки. Можно использовать функцию фокусировки, чтобы определять местоположение существ поблизости. Да. Так и сделаем. Не то, чтобы просто... Мне просто не нравится. Вот и все. Вот что там такое было, что там так щелкнуло? Вот что тут здесь могло щелкнуть? Просто разраб накидал, блин, палок каких-то, которые щелкают в некоторых местах, блин. Ебунячих. Блин, а здесь еще походу дым вот этот. Пыль. Уже как можно быстрее отсюда уходить. Как таблетки принять? Как таблетки принять-то, ё-моё. Как использовать таблетки, в общем? Прести журнал. Расходники Е. Ингалятор, факел. Или они... Короче, ладно. О, пацанчик какой-то. Не знаю, мне эта игра, кстати, напоминает этого терминатора, который выходил. Какой-то терминатор там был. Который тоже в таком стиле был. Ну, не прям в стиле, а именно то, как это было сделано. Ты что, ебанутый? А чё? А, во. Нормальный тип. Нормальный тип. Да, типа, очень сильно похоже на Терминатора. Это Salvation, по-моему, или как он там? Костя, а чё прямо отсюда нужно? Там еще Walking Dead выходил тоже. Ну, там Walking Dead вообще прям полная шляпа была. Вот на Terminator Salvation, да, больше похоже. Ой,
Да ебать, ну где ты там напоролась-то на эту кучу снега? Блять, все моменты, сука, этот. Скриптовые. Меня вот больше всего отталкивают игры с этим, со скриптой. Вот чем больше скриптованных моментов, тем сильнее меня игра отталкивает. Я так заметил вот эту фишку. Ну что там случилось? Ну что там случилось? Что оно дало мне второй уровень? Слишком шумно шла, да? А то есть, когда в капкан кидать бутылку, это нормально, да? Капкан бутылку кидать, это норм. Так где ты там ходишь, если на медленной? Ой, бля. Это, блин, прям вымораживает такой прикол. На медленной иду, она что там шуршит, что там... Еще бы пакет достала, блин, не знаю, там, шаурмой. Начала ее там доставать, пакетиком шуршать. Жижу вот эту, что осталось, стекла вниз, тоже, блин, начала там ядрить, колотить. Давай используем ингалятор. А потом начнем здесь уже. Это вообще как минимум должно было напугать их. Но я так понимаю, здесь не в том смысл. Это их не пугает. Наоборот, они начинают шалить, становиться сексуальными монстрами.
Сюка. Эй, ладно. А, кстати, их нету. Видишь, напугало, походу. Но если я начну еще шуметь, они сразу появятся. Потому что... Ну, такая скрипта. Так она работает. В любом моменте все равно. Что бы ни случилось в данной локации. Но это была бы прикольная фишка. Блин, ну... Из-за того, что чекпоинт далеко, не хочется это делать, понимаешь? Я бы сейчас пошумел, проверил, допустим. Но из-за того, что, знаешь, сейчас нас откинет хрен знает куда. Не хочется этого делать. Там капкана нету. Ну, хоть что-то радует. Куда его нужно? Ага. Он меня и здесь может убить, да? Ну, хоть что-то эти существа не умеют. Они не умеют плавать. Офигеть. Когда вы находитесь преимущественно на суше. Да, это такое себе, конечно. Это такой себе минус. Прям ой-ой-ой. Такой... Ты подожди, а мне сюда нужно выйти или куда, блин, я не пойму. Походу, да, походу сюда нужно выйти. Да ёп... Опять нужно какой-то трансформатор там включить. Или еще что-то.
Ой, что они там, блин? Не могут поделить сосиску? Или что? Кто виноватый? В чем? То, что в больнице случилось, блядь? То, что случилось в больнице, как раз виноваты так, кто, блин, начал там руки распускать, бляха. Что за, блядь, приколы сюжетные? Если бы никого не запирали, блин, в каких-то комнатах, ничего такого бы не было. А то, блин, вообще уже... Чего, блядь? No! Ого, хорошо, красиво было сделано. Классно, спасибо, спасибо. Прикольно, прикольно. Блядь, аж отсюда. Давайте на этом закончим. На этом все. Потому что нам... Идти, идти еще. Я думал, там нужно включить что-нибудь, а нам, походу, нужно вообще до Талова куда-то идти. Я так понял. Ну, в общем, на этом закончим, потом уже продолжим. Как-нибудь. Думаю, допройдем. Посмотрим. Что там в конце будет. Может быть, это и ошибка, что ее нужно вообще проходить. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.